Приглашаем 1 декабря в 9 часов на ярмарку выходного дня, которая состоится на территории, прилегающей к торговому комплексу «Нефтяник» по адресу улица Мира, 8. Ярмарка проводится в рамках реализации проекта «Выбирай наши». Вниманию покупателей будут предложены товары сельхозпроизводителей Печорского района. Ярмарка состоится при температуре воздуха не ниже 15 градусов. Продается автомобиль Renault Megane 2 2006 года выпуска. Цена 295 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-904-104-33-24. Продается трехкомнатная квартира на четвертом этаже в доме номер 20/3 по улице Строительной. Площадью 65,1 квадратный метр. Счетчики учета расхода воды, Ростелеком, рядом школа номер 10, магазины. Цена 1 500 000 рублей. Телефоны 8-912-558-46-69, 8-912-136-71-04. В столовую требуются повара, кухонные работники. Обращаться по телефону 8-912-122-25-51. Продается стол с двумя боковыми подвесными полками на два рабочих места. На одном рабочем месте выдвижная полка под клавиатуру и выкатная полка под столом для системного блока. Цена 3000 рублей, самовывоз. Звоните по телефону 8-912-569-99-97. Продается железобетонный гараж в речной части города возле дома номер 83 по Печорскому проспекту. Телефон 8-912-953-19-99. 1 и 2 декабря городское объединение «Досуг» приглашает на 15-й открытый муниципальный вокальный фестиваль «Конкурс огней Печоры». 1 декабря конкурсные выступления с 5-17 лет. Начало в 15 часов. Цена билета 200 рублей. Конкурсные выступления от 18 лет и старше. Начало 18 часов. Цена билета 200 рублей. 2 декабря гала-концерт победителей и участников фестиваля конкурса. Начало в 14 часов. Цена билета 250 рублей. Телефон КАС 727-85. Категория 0+. 27 и 28 декабря в 17 часов в городском объединении «Досуг» новогодняя развлекательная дискотека «Снегодрайв». Отличное предложение для 5-7 классов. В зажигательной программе караоке, танцевальные флешмобы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние конкурсы и хорошее настроение. Цена билета 250 рублей. Телефон кассы 727-85. Приглашаем принять участие в опросе по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. В рамках исполнения положений постановления правительства о мерах по реализации указа президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов до 31 декабря 2018 года проводится опрос населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, глав муниципальных образований Республики Коми с применением IT-технологий по итогам 2018 года. Опрос размещен на официальном сайте администрации муниципального района Печора. 9 декабря в 12 часов МКО «Меридиан» приглашает на спектакль для всей семьи «Алиса в стране чудес», театральный коллектив «Сварожичи», театральный фольклорный коллектив «Алые паруса», режиссер Красильникова Дарья Витальевна. Цена билета 150 рублей, телефон кассы 776-96. 1 декабря в 14 часов в МКО «Меридиан» состоится концертная программа, посвященная Международному дню инвалидов. Пусть мир правит любовь. Вход свободный. Телефон для справок 776-96. Вневедомственная охрана Республики Коми проводит отбор граждан для прохождения службы в должностях сотрудников войск Национальной гвардии России. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проходят службу на добровольной основе по месту жительства или по выбору. Сотрудникам Росгвардии присваиваются специальные звания полиции, на них распространяются законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, социальные гарантии и пенсионное обеспечение, предусмотренные для сотрудников ОВД, денежное довольствие от 30 тысяч рублей с постоянным ростом, возможно получения пожизненной пенсии по истечении менее 13 лет службы, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска по территории России любым транспортом, право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге более 10 лет, требования к кандидатам на службу, граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, отслужившие в вооруженных силах категория здоровья А, образование не ниже среднего общего, способность выполнить норматив по физической подготовке. Приветствуются наличие
наличии водительского удостоверения категории «Б». Граждан, имеющих судимость, грубые нарушения правил дорожного движения, употреблявших наркотические средства или злоупотребляющих алкоголем, просим не звонить. Контактные телефоны 30526, отдел кадров, 71046, начальник ОВО, факс 72629, адрес улица Спортивная, 44Б. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.